Уважаемые команды, небольшая просьба собраться на выход. Друзья, давайте приветствуем команду «Универс» и «Унипласс». Это наши финалисты. Ваши номинации, друзья. Команда «Универс» сегодня. Капитан команды Гурсин Александров, Верка Жилис, Борька Александров, Антон Денигор, Кенчук Иом, Червей Силан, Кушнир Дано, Кишан Илья, Гушилы, Думитру. И команда «Унипласс». Александр Бежинай, Александр Дмитров, Виктор Лукин, Сергей Чедлуха, Роман Белик, Андрей Марков, Геннадий Ленарь, Саша Козелевский, Егор Кругарь. Давай! Давай! Давай!
Александр Дмитров, номер 77. Thank you.
уважаемые зрители, у нас уже действует наша бесплатная лотерея, которую вы можете абсолютно все поучаствовать и получить. Thank you.
пока лотерея продолжается, еще есть время заполнить купон и принять участие в нашей бесплатной лотерее. Thank you.
Уважаемые зрители, есть еще последние пару минут возможности заполнить билетики для нашей бесплатной лотереи. Так что не стесняйтесь. Гол забил игрок команды «Кубы Классикс» Геннадий Минина. Уважаемые зрители, команда